маленький спич за наше здоровье. Угадайте с трех раз. Что это такое? Олег Иванович, как вы думаете? На грушу похоже. А все-таки это яблоки. Это, я бы сказал, местные наши, кабардино-балкарские яблоки. Но разговор идет вот о чем. Это айдарет или дюлюшес. Важно, что он шафранного цвета, красноватый. Яблоки бывают трех цветов. Поясняю это всем тем, кто не знает и никогда не видел яблоки. Ну, это я такой юмор, дескать. Зеленые, желтые и красные. В чем разница между ними и почему они нужны? Этот продукт содержит очень большое количество бора и железа. В нем яблочная кислота, муравьиная кислота. Откуда и зачем это все? Сок антоновских яблок убивает микробы бактерий дизентерии. Намертво. Яблоко в поговорках англичан, китайцев и у русских гласит так. По яблоку в день не нужен и врач. Эта поговорка очень емкая и очень верная. Сейчас есть мода такая, говорят, вы знаете, витамины не укрепляют, значит, не убивают бактерии. Это абсолютно правда, но тут и ложь. Витамины укрепляют иммунную систему, а иммунная система мочит бактерии, вирусы и все, что с этим связано. Так вот, яблоко – это великолепный плод для того, чтобы ежедневно держать в тонусе иммунную систему. Одно-два яблока в день – это панацея практически от всех болезней. Здесь будут говорить, он и от рака лечит. Мы вдаваться в такие глубины не будем. Объясняю простую вещь. Это кладезь железа. Основной компонент крови – это железо. Основной дефицит – дефицит железа. И если в крови достаточно железа, а если кислоты поступают в желудок и помогают активно перерабатывать пищу, человек здоров, его иммунная система способна расправиться с любым вирусом. Так вот, это красные яблоки. И сейчас несколько нюансов по поводу цветов. Самое полезное считается зеленое яблоко, потому что в нем меньше всего, скажем, пектинов, сахаров, но больше всего кислот. Именно то, что требуется для работы, нормальной работы желудка. Значит, желтое яблоко. Кстати, зеленое очень хорошо давать детям, маленьким детям. Желтое яблоко – это великолепный стимулятор работы печени. Выводитель, или скажем, да, скажем так, выводитель желчи из организма, очистки печени. В этом деле очень хороши желтые шафраны и гольден. И, наконец, красное яблоко. Это шикарное яблоко для оздоровления. Но в нем самая большая опасность. В нем больше всего сахаров, фруктозы. Это означает, что он сильно действует на зубы, на зубную эмаль. На зубную эмаль действует и зеленое, и желтое, и красное яблоко. Но зеленое помогает очистить зубы от любой дряни и налета, какая только есть на нем. Но через некоторое время, если вы не прополочите рот водой, я все время, Олег Иванович, щурюсь, потому что солнце светит с той стороны, и я как этот. А вы не можете... Дайте шаг назад, пожалуйста, я докончу. Вот-вот-вот, а я встану вот так. Так ничего? Нормально. Ну, нормально. Значит, заканчиваем на том, чтобы все знали еще раз одну простую штуку. В условиях пандемий, эпидемий, страшного падежа, вот эта центральная панацея очень легкая и доступная. Но еще один маленький нюанс, чтобы люди знали. Значит, самое полезное – зеленое. Для печени ЖКТ полезное – желтое. А для того, чтобы, как сказал этот в свое время покойный Евдокимов, морда была красная, главная такая. Вот красные яблоки очень оздоровляют. Чем жирнее кожа, тем зеленее должно быть яблоко, которое вы едите. Потому что те жиры, которые в организме, именно он расщепляет, именно он перерабатывает. Я имею в виду ближе к зеленому спектру. И, наконец, при наложении масок на лицо, значит, запрещается трогать подглазные области. Маска накладывается вокруг. Имеется в виду питательные всякие маски, которые любят женщины. Но объясняю всем, что ломтиком яблока, когда вы протираете лицо, чем жирнее кожа, тем зеленее яблоко, но можно трогать даже и под глазные зоны, самые нежные, от яблока только плюс. Из красного яблока щеки будут очень красные, все будет очень здоровое, но зубы надо пропускать особенно хорошо, потому что очень много фруктозы.
И, наконец, по поводу размера. Запомните все, размер имеет значение. Самые полезные маленькие яблоки. Как это ни странно. Большие красивые яблоки, они прекрасны. Но пользы в них меньше. По одному простому принципу. Вот чтобы понимали, чем больше змея образно, она не всегда больше ядовита. А вот маленькая змейка, типа черной мамбы, или еще меньше каракурт, паук-самка, это самые ядовитые твари. Почему? В меньшем объеме концентрируется больше. Так вот, в маленьком яблоке, все, что в нем есть вообще в яблоках, концентрируется в очень сжатом виде гораздо больше. Поэтому настоящие знатоки яблок едят маленькие яблоки. Если они сладкие, то они очень сладкие. Если они кислые, они очень кислые. Если они, допустим, содержат там бор, магний, стронций, все, что надо, в них концентрация больше. Поэтому помните, всегда, когда мочат яблоки, моченые яблоки, в капустном ли рассоле, в бочке ли специальной, знатоки знают, что лучше всего маленькие яблоки. И в гуся, которого запекают, надо заталкивать маленькое яблоко. Закончим оптимистически. Пандемиям смерть, иммунным системам жизнь. Нальчик рулит на всю Евразию. С нами Бог и яблоки. Будем жить здоровыми и счастливыми.